Говорит Москва. 6 часов по московскому времени. Приказ Верховного Главнокомандующего 1 мая 1944 года, номер 70, город Москва. Товарищи красноармейцы-краснофлотцы, сержанты, офицеры, генералы, партизаны и партизанки, трудящиеся Советского Союза, братья и сестры, временно подпавшие под иго немецких угнетателей и насильственно угнанные на фашистскую каторгу в Германию. От имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с днем 1 мая! Первомайский приказ слушали воины всех родов советского оружия, прославившие его в битвах Отечественной войны. Ветер нашей победной весны шумел в ветвях берез, еще не одевшихся в зелень. И в торжественной тишине первомайского утра сердце каждого бойца отзывалось на простые и мудрые слова Верховного Главнокомандующего, обращенные к народу, к армии. Ленинград. Город великой воинской славы, непобедимый Ленинград. Как радостно видеть, что сегодня твои дети могут спокойно идти по праздничным улицам. 1 мая 1944 года ты встречаешь, разгромив врага, разорвав цепи вражеской блокады. Хороша Москва в это утро. Она проснулась нарядная, весенняя, первомайская. Все оживленнее становится ее улица. По улицам проходили отдельные части войск гарнизона столицы. Весна! Привет тебе, молодая поросль советского рабочего класса! Хорошие ребята! Будущие мастера! В такое утро не усидишь дома, тянет на улицу. Кого только не встретишь 1 мая на улицах Москвы. Автор симфоний, звучащих во всех концах мира, Дмитрий Шостакович. Это артистки сестры Кох. Их мы привыкли видеть под куполом цирка. Первомайские гости-фронтовики. А вот фамилии свои они из-за скромности не захотели нам сообщить. Заморские гости, наши союзники. Американские моряки и офицеры. Народные артисты. Морецкая и Завадская. Члены чехословацкой военной миссии. Молодые моряки, гордо шагают будущие краснофлотцы, капитаны и адмиралы на зависть сухопутным сверстникам. ¶¶
Привет нашим английским союзникам! А на Пушкинской площади герой Советского Союза гвардии подполковник Анатолий Михайлович Павловский, гуляя с сынишкой, увидел вдруг в галерее портрет героев Советского Союза очень знакомое лицо. Свой собственный портрет. А эти двое тоже похожи друг на друга. Братья Курзенковы. Оба герои Советского Союза. Ребята пытаются сосчитать их ордена, да все сбивается со счета. Представители маршала Тита, члены югославской военной миссии. Весна. На улицах столицы первые крымские цветы. А далеко на севере Первомай встречают так. Мы сейчас находимся на одном из участков Карельского фронта. 1 мая – это день войны. Бойцы подразделения лейтенанта Романова уходят в разведку. В этот же день далеко на юге, в Узбекистане, цветет урюк, и белоснежные яблони шумят в садах. Тракторная бригада Хасымова Резвана завоевала первенство в весеннем севере. Сегодня бригадиру Хасымову вручается почетное знамя и праздничный подарок. Первое мая – день труда. Урал. Кузница оружия. Сегодня на вахте победители предмайского соревнования. Это новая тагильская домна номер 3 – подарок уральцев в стране к 1 мая. В дни войны советский народ не остался в долгу перед Красной Армией. Первое мая – день войны. Советские войска на румынской земле. Наши задачи не могут ограничиваться изгнанием вражеских войск из пределов нашей Родины, сказал товарищ Сталин в своем первомайском приказе. Нужно преследовать раненого немецкого зверя по пятам и добить его в его собственной берлоге. Неказисто выглядят сегодня те, кто вчера еще кичливо мнил себя хозяевами Молдавии. Идет грозная весна возмездия. Радостен Первомай в освобожденных селах Молдавии.
скончался день, и в час, назначенный приказом Верховного Главнокомандующего, народ ждал салюта. День всемирного праздника трудящихся салютовала Москва. Ударили пушки на берегах Невы. Салютовал Ленинград. Девять советских городов салютовали в честь исторических побед Красной Армии на фронте и во знаменование великих успехов советского народа в тылу.